Здравствуйте, дорогие друзья! Чемпионат России по футболу среди женских команд 2020 года. Суперлига. Пересекают арку Суперлиги. Ну, теперь уже ЦСКА, следом Чертанова. Пока Енисей сыграли с одинаковым счетом 1-1, так что поделили очки. Ну, а сейчас матч. Вот так вот любопытно стреляет дуэт уже на протяжении трех туров. Будет ли продолжение сегодня в игре Чертанова? Посмотрим. Момент может возникнуть. Очень неплохой удар. Поворотом добивание и 1-0. 1-0 в пользу ЦСКА. Удалось здорово сыграть в этом эпизоде армейской команде на добивании. Пробивала Поздеева. И вот она, как раз Безенкова. Очень активно сейчас действовала. Автор пока единственного мяча. Ангена пробивает, естественно. Перспективное нападение у ЦСКА. И можно прострелить, и можно было добить Ангена. И как раз способствует тому, чтобы девчата показали классный матч, классный футбол. И Ангена сейчас зарядила. Краснодарскими футболистами также добивалась успеха, поэтому и Смирнова показывает комбинацию, подает, кулаками играет Пономарева, отскок за ЦСКА, но пока не идут, откровенно говоря, удары у Ангена сегодня. Все-таки не так часто, да, в последние минуты мы атаки армейской команды видели, но вот сейчас. Ангене. А будет штрафную делать передачу. Точную. Хотя бы опасный удар. Зачастую с угловыми чертановские футболисты справляются. Да, вот как сейчас. Но. Атака состоялась. Очень неплохой. Не дает бежать штрафную. Но здесь и без Ангена разобрались. Футболистки ЦСКА. Подача в штрафную, удар, но выше цели. Очень хороший шанс был забить в концовке первого тайма. Выложилась полностью. И как раз вместо нее сейчас свеженькая Яковлева на газоне появляется. Ну а Поздеева продолжает отрабатывать здорово. Еще один шикарный момент уже был без Паликовой. Восьмой номер команды красно-синих показывает, подает и... Делиться своими впечатлениями об игре, писать комментарии. Комиссарова, хороший момент, входит, стреляет поворотом и заставляет сработать Эльвиру Тодо. Блестяще в нужный момент капитан среагировал. Противостоять красно-синим. Ангена получает мяч на левом фланге, делает точную передачу. В итоге хороший момент был без Паликовой. Удар и будет в этом эпизоде угловой в пользу ЦСКА. Ну а сейчас атакуют красно-синий. Без Паликова на Ангена. Удар поворотом Пономарева. Так же, как и Тодо, сработало здорово. И сегодня как раз-таки Чертанова домашний матч проводили. Ну а сейчас Чочева. Удар поворотом. Ну почему бы не пробить? Выдвигаться ближе к атаке, чтобы была возможность убежать. И вот как раз, да? Пожалуйста. И момент у Чертанова. Гол! Вот так вот. Чертанова забивает в концовке. Уже на 87-й минуте. 1-1 сравнивают. Качественная подача. В итоге чей мяч? Остается у ЦСКА. Разворот. И продвигается очень неплохо Петрова. И гол! Вот это да! Вот это концовочку нарисовала армейская команда. И вера болельщиков оправдалась. ЦСКА выигрывает
уже на последних секундах сумасшедшим ударом Петровой. Уже нет, Надежда Горного дает свисток. ЦСКА обыгрывает Чертанова в интереснейшем матче четвертого тура Суперлиги со счетом 2-1. В гостях это была красивая битва. Огромное спасибо обеим командам за этот матч. И Чертанова, ЦСКА настоящие молодцы, настоящие умницы.